Весна пришла, весне дорогу, а значит, самое время после зимы начать очищать дороги и приводить их в надлежащее состояние. В нашем городском округе работа идет полным ходом. Благодаря мягкой бесснежной зиме ямочный ремонт дорог в нашем городском округе начался еще 1 января. Дорожные службы насчитали 1237 ям на дорогах общего пользования и 387 на внутриквартальных проездах. По словам заместителя начальника управления по благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и связи Олега Филатова, все они уже ликвидированы. Вновь образующиеся дефекты дорожного полотна оперативно выявляются, регистрируются и приблизительно к концу апреля работы по их устранению должны быть завершены. Кроме этого, в 2019 году в округе пересчитали все ямы во дворах многоквартирных домов. Было зарегистрировано 5123. Работа по восстановлению асфальтового покрытия во дворах также продолжается, в том числе в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий. На текущий год площадь по ямочному ремонту в округе составит более 15 тысяч квадратных метров. Ремонт ведется непосредственно без остановки и, скажем так, ежедневно. В зимний период мы вели работы литым асфальтом, сейчас весенний период, так как погода не позволяет, температурный режим у нас постоянно скачет от минуса к плюсу, мы работаем холодным асфальтом. По работе происходит вырезка карт, обработка карт эмульсии и уже заделка ям холодной асфальтобетонной смесью. Добавим, что в 2020 году на территории городского округа Щелково запланирован ремонт 45 автодорог муниципального значения общей протяженностью более 31 километра и 12 автодорог регионального значения протяженностью более 19 километров. Работы по асфальтированию и отсыпке щебнем в Щелкове будут проведены на улицах Гоголя, Герцена, Маяковского, Институтской, Железнодорожной, Юбилейной, Западной, Бахчеванжи и других. Также дороги будут отремонтированы в поселках Загорянский, Фряново, Монино, селе Трубино, а также в Гребневе и Медвежьих озерах. Все работы планируют начать с 1 мая. Немаловажно отметить, что с приходом тепла активизировалась и уборка дорог и улиц от пыли, грязи и мусора. Например, на улице Неделина в микрорайоне Щелково 7 на проезжей части теперь чистота и порядок. И настроение от этого еще более весеннее. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.